Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Так, зайдем в магазин и откроем с тобой бесплатно пак. $5 дали, да? Всего лишь $5. Так, давай посмотрим, что у нас по предметам. Приобрести никого не могу. За $625 ты можешь приобрести 5 ДНК на Рокстеди. Но у меня нет такой суммы, да я и не стал бы покупать, если бы даже и были бы такие деньги. 93 монетки. Друзья мои, я так подумал и решил с вами согласиться. Мы будем прокачивать не Шинигами, а Леонардо. Так что Леонардо, как говорится, скоро будет у нас прокачанным. Так, задание. Здесь мы забираем с тобой награду и смотрим дальше. Нам нужно сразиться. В 3 сложных боях и в 10 простых. Ну что, Сплинтер, давай прокачивать будем дальше тебя. Нам нужно найти, так, одну кошку. Есть, фигурку мы нашли. Дальше, 6 вот этих вот шляп с напитками. Одну шляпу нашли. И сейчас будут у меня тыквами, да? Нет, вторая, смотри-ка, 2 шляпы. Вот здесь уже, наверное, будет похуже. 3. Еще 3, дайте, пожалуйста, еще 3 шляпы мне. Так, 4. 2. Еще 2, пожалуйста. Еще, говорю, 2. Твою же налево. Последнюю. Будьте добры, последнюю мне шапку с напитками, ё-моё. Спасибо большое. Так, друзья мои, ну а ящики с инструментами мы уже будем искать в следующей серии, потому что, ну, сегодня лимит я уже потратил. По этим, по телепортам. И поднять уровень персонажа. Ну, естественно, мы с тобой будем апать сейчас кого? Армагона. Да, друзья мои? Вы удивлены? А я нисколечко. Мы же хотели его прокачать до соточки. Вы же все в один голос кричали: «Рэй, качни Армагошу до соточки!» Я же до сих пор слышу звон в ушах у меня от этих криков. Так что, ребята, будем прокачивать его до сотки. Потом уже переключимся на кого-нибудь другого. Самое интересное, мне хочется посмотреть, куда меня сбросили. Именно на арене, ну-ка. Слушай, ну Лига Самураев, 3 звезды, я как бы считаю это еще нормально, это приемлемо. Это приемлемо, и мы начинаем с тобой первый поединок. Алексей, тут у нас тезка. Так, я буду, наверное, брать Леонардо. Леонардо и подтягивать своих слабых персонажей. Надеюсь, ребята, здесь у нас все будет четенько. Мы сегодня должны вернуться в свой прежний ранг. Я на это рассчитываю. Так, ну-ка, Лео, давай. Покажи мастерство малыша. Отлично, у него все получается, ребята. Ну и, как вы понимаете, моя команда, естественно, проходит. Проходит, и мы с тобой зарабатываем то самое количество кубков, которые нам нужны. Так, давай, пропускай это все, чтобы не смотреть. И мы возвращаемся с тобой в сёгуны. Да, ребята, в сёгуны, как ни странно. Хотя я не удивлен, это норма, это у нас должно быть так. И выбираем, наверное, мы с тобой все-таки, давай на кого-нибудь русского с нашим именем. Вот, Азамат Ахирович, ё-моё, давай, пошли. Берем Леонардо, так, подожди. Берем Леонардо, тут 51 уровень, поэтому, 54, ну ладно, в принципе... Мои персонажи должны здесь одолеть. Точнее, один персонаж, это Леонардо. Это он только здесь делает всю имбу. Остальные так, на прихвате. Ну что, Пит доволен, я вижу. Он очень импульсивно реагирует на все эти победы. Танцует, зажигает, жигу-дрыгу делает, ну и так далее. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Значит, короче, мы должны вернуться с тобой сегодня в Лигу Сёгунов 3 звезды. Это тот самый результат, на котором мы с тобой закончили вчера. Так, 51, 52, 54 уровень противника. Ну, то есть пока держится все стабильно. Я надеюсь, Леонардо у меня тоже будет держаться стабильно, чтобы никаких косяков за ним не было. Ну-ка, поехали. Ну, тут, в принципе, вата. Тут все вата. Мог бы, конечно, немножко, наверное, постоять здесь этот, как его звать, Макмен. Но уровень не позволяет ему.
Был бы он 55-56. А помнишь, как мы тогда в тот раз? Тоже я думал, они упадут, но нифига подобного. Бибоп выжил. 54 уровня он тогда был. Он выжил после удара Леонардо. И, по-моему, там еще... Ой, что я делаю-то? Господи, заговорился уже с вами. Там уже... Там еще кто-то, по-моему, был, да? Он две атаки пережил и бомбанул все-таки одного из наших слабеньких. Так, ладно. А здесь 54-55 уровень. Лео уже, кстати, может сдавать позиции. Надеюсь, не сейчас. Я на это очень сильно надеюсь. Так, Лео, давай. Все, здесь круто, друзья мои, получилось. И мы с тобой продвигаемся дальше. Чем больше мы с тобой отыграем наших персонажей, тем больше мы с тобой поднимемся по рангу, понимаешь? Вот такая вот петрушка. И скоро уже будет Лига Сёгунов 2 звезды, буквально через один бой. Так что не расслабляемся. 15-20, это у нас кто там? Рогди. Какой-то Рогди. Подожди секунду, Бакстер, он уже лезет, как всегда. Он, ему не терпится почесать свои механические кулаки, и он бежит в бой. Но я его немножко приструнил. Самое удивительное, да, мы с тобой бежим. Вот здесь было, ну, ты видел, откуда они вообще бежали? Из какой-то квартиры выбегают и сразу же выбегают на улицу. А на улице разбитая машина, мусорка. Как-то немножко странно это все выходит. Бегут с квартиры и попадает на какую-то свалку. Ну что же, у нас с тобой Сёгун 2 звезды, 79-я позиция. Я очень этому рад. Так, а здесь, наверное, мы с тобой поищем 15-21. Если нам фартанет, конечно. Пока нам дают 15-19 и 15-20. Они не хотят мне давать, друзья. Может быть, еще рановато? Ну, как по мне, так уже пора. Ладно, возьмем с тобой Ванюшку. Возьмем Ванюшку, возьмем Лео. И Бакстер, опять ты лезешь? И вместе с Бакстером, ой, с Лео пойдет у меня, наверное, Карайка. И пойдут вот эти вот ребята. Но здесь, знаешь, в чем подвох? У них есть майки с уклоняшкой. Я буду надеяться на то, что Леонардо все-таки его быстренько вырубит, так же, как и Карайку. Потому что они очень... Да, он всех вырубил. У них очень быстрая инициатива, и если бы Лео сейчас, например, не забомбил бы, они начали бы разбирать. И они взялись бы, знаешь, за кого? В первую очередь. За Рокстеди, либо за Лео. Ой, за Донни. Это 100% тебе говорю. Они не стали бы бить Леонардо. Потому что, ну, смысла нету. Они бы начали бить того, кто послабее. Это уже проверено. Ну что, ребята, Леонардо. Вот как раз 16-21. То, что нужно для меня. Так, у нас с тобой 11 откатов еще остается. Здесь надо будет потихоньку уже, как тебе сказать, подключать таких более, не то что даже сильных, но подстраховочные лица. Вот, например, здесь я возьму Змейка... Да ё-моё, Змейка Вьюна и присоединю. Блин, у нас еще очень много ребят слабых персонажей. Просто куча, ты сам видишь, да? 45 уровень только отыгрывается. Почему я и взял здесь Леонардо и Змейка Вьюна? Если Лео вдруг... что-то не так сделает. Надеюсь на Змейка Вьюна. И смотри, опять этот Бибоп. Ребята, именно он, по-моему, в тот раз и выжил. Две серьезные атаки. И здесь то же самое. Может быть, у него, как бы тебе сказать, классовая сопротивляемость, а? Против Лео. Я, в принципе, этому не удивлюсь. Ну что, 33-я позиция, и мы с тобой двигаемся дальше. Угу. Алексей, опять тезка, ребята. Давайте, наверное, подеремся с ним. Я использую здесь майки и сплинтера. Да, как-то так. Майки и сплинтера. И двух Микеланджело. Один космос и другое видение. Сейчас будем смотреть, как у нас тут будут происходить дела. В принципе, многое все зависит, ребята, от Лео. Но тут майки ходит первым. Я, насколько помню, здесь довольно крепкий. Это у нас Рокстеди, по-моему. Ну-ка проверим. Давай, Лео, жги. Оу-оу, Донни, конечно же, ребята, Донни. Донни, он самый-самый сильный из всех. Я имею в виду именно по защите. Он почему-то погибает самый последний. У него, наверное, знаешь, защита от суперударов. Я бы так это назвал. Ты прикинь, мы сейчас с тобой зайдем уже в лигу
Сёгунов 3 звезды. Так, так. Кстати, ребята, сегодня, наверное, мы поиграем на втором канале в Days Gone в Цусиму, призрака, да? И пройдем историю за Масака, потому что она у нас не пройдена. И мне самому интересно узнать, кто же там убил у нее семью. Так что, если что, можете попозже заходить и смотреть видосик. Так, ну что, а мы с тобой начнем бомбить. 62 уровень здесь противников. Хм. Стоп. Вот этого я не рассчитывал. Тихо. Твою ж налево. Давай, Джастин. Блин, нам повезло здесь. Он бы сейчас мог ушатать. Ну вот чуть-чуть послабее у меня персонажи были бы. Все, они бы упали бы. Вот так вот Шреддер переплюнул Джастина по инициативе. Так, ну что, ребята, у нас Сёгун 3 звезды, как вы видите, прекрасно, да? Надо теперь добежать до мастера. Добежать. Но не спотыкаться. Бежим ровно, красиво. Такой, знаешь, как сказать, спортивной пробежкой. Так, ладно, пускай боксерсток, он просто достал уже, рвется в бой, как этот. И вот этих вот троих. Но, насколько я помню, боксер Стокман вместе с кем же? Со Змейкой Вьюном или с Ванькой Стиранко? Они самые запоздалые. А, с Железноголовым. Несмотря на то, что у них уровень 90, да? По инициативе они очень-очень плохие. Так, ну что, здесь мы с тобой забомбили. И смотрим, куда мы сейчас переместимся. Сегодня будем, наверное, ребят, проходить испытания. Хотя, не стоило бы его, если честно, трогать. Потому что оно у нас пройдено полностью. И ради черепашек оригиналов туда идти как-то вот не вижу смысла, если честно. Подожди, почему один Леонардо? Давай возьмем с тобой еще Донателло. Так, Рокзара, ты постоишь в сторонке и подождешь пока. До тебя очередь еще не дошла. Как думаешь, Донни вместе с Леонардо нормально здесь сыграют, а? Вот я немножко почему-то в Донателло сомневаюсь. Хотя, ну тут-то понятно, с одним-то ему легче всего справиться. Просто бросает свою бомбочку и все, и накрывает их. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Посмотрю я, на какую позицию приземлимся. Наверное, где-то 40-я, 30-я будет, да? 44-я, окей. Так, у нас 7 откатов всего лишь. Опять Алексей. Такое впечатление, что я сам с собой там играю. Если честно, что-то такое предчувствие, как это сказать-то, ощущение, что это именно я, просто изменен. Изменен у меня состав, да, и фотографии, главное, нету. Скорее всего, да. Ладно, поехали. Бабах. Троечка выжила. Ну, здесь все просто, ребята, здесь берем с вами инициативу. Ой, инициативу, провокацию. Правда, вот, ох ты, Лео. Нежданчик, если честно. Так, а это сейчас массовую примет? Нет. А я думал, что он будет массовой атакой бомбить. Нет, ребята? Ну, тут понятно. Давай хотя бы попробуем дебаф повесить. Ой, тихо. Ну, дебаф, в принципе. Давай холодильник. Яманал, какой он сильный, этот Рафаэль. Холодильник взял на плечи и бросанул его. Вот ты попробуй взять холодильник. Хотя бы приподнять его от пола. А он его взял и швырнул еще. Да, жестко. Ну что, 25-я позиция. Прекрасно. Ну что у нас тут? Я вижу, уже 16-22 дают. Это Джордан. Берем его, берем Супер Шреддера. И вот этих вот троих. Раз, два, три. Тут еще, в принципе, оу. Играть и не переиграть этих персонажей. У меня откаты даже, наверное, все кончатся. Я все равно их не отыграю. Так. Вдвоем, да? Ну-ка, вот мне нравится, как удар у Супер Шреддера идет. Блин, так классно. Такие шипы, ты видел? Они размером, как два Криса Брэдфорда. Именно в высоту. Такой стоишь, да, у тебя из-под земли такой штырь вылазит. Тут хочешь не захочешь, сдохнешь, ё-моё. Так, ну что, давай попробуем с тобой найти 16-22, если такая вероятность вообще будет. Есть. Это у нас Ириша. Иринка.
Ну что же, я беру опять Лео, я беру Армагона. Хотя, подожди, мы возьмем с тобой, наверное, Зека лучше сюда. Да, Леонардо будет вместе с Зеком. Такая, знаешь, дремучая смесь. Если Зек еще хорошо попадет и замедлит противников, то это вообще будет имбово. Смотри, ты дичь. Но он почти всю команду, да, замедлил. Не считая Майки. Майки немножко как-то уклонился. Но вряд ли это ему поможет. Как думаешь, пробьет Хан Рокстеди? Я думаю, пробьет. Пробил. Ну, уровень какой был там? 66-й, да? А у Хана 50-й. На 16 левлов он отставал. Но так как мало было здоровья у Рокстеди, мы его победили. Ну что, ребята, мы с вами добрались до Лиги Мастеров. Одна звезда. Давай поднажмем, может быть, получится нам с тобой попасть в Лигу Мастеров. Две звезды. Причем это ранняя игра, я тебе хочу сказать. Так, тихо. Не дают мне, да? 16-23 не хотят мне подкинуть. Ну что ж, ладно, берем тогда Тин. Последние откатики у нас с тобой идут. Последние, да? Не хватит нам, конечно, отыграть всех наших персонажей. Но большую часть, да, большую часть мы с тобой отыграем. У нас, кстати, еще есть $300, я могу сделать и купить. Сколько там получается? 10 откатов. Но я думаю, что делать этого не стоит. Да? Потому что все равно опять скинут. Не так сильно, как хотелось бы. У нас еще вся неделя впереди. Сегодня что у нас? Вторник, если не ошибаюсь, или среда? Вторник, по-моему. Вот представь. Мы вторник имеем, а в мастере уже одна звезда. Сейчас до двух звезд доберемся. Что-то как-то мы с тобой лихо так бустанулись, если честно. Еще вчера. Но я еще вчера говорил, что, ребята, очень хорошо идет игра. Плавно прям, понимаешь? Вот прям как надо. Так, ну что мы здесь с тобой возьмем? Давай, наверное, Криса Брэдфорда, да, наверное, возьмем. Шредера. Так, Тигр, постоишь пока. И вот этих двух. Здесь, конечно, немножко опасаюсь, потому что опять здесь есть Бибоп. Вот он. И он будет опять, наверное, погибать самым последним. Тихо. Сделаем с тобой, наверное, супер удар от Шредера. Минус двоечка. И пробивной. Ну, Крис Брэдфорд, конечно же, пробивает своей ногой. Это яростный. Этого толстого кабана. Тут к бабке не ходи. Так и должно быть, ребят. Так, ну что же. Какая позиция? 40-я? 45-я. Окей. У нас еще два отката с тобой. Так, дадите мне что-нибудь посерьезнее там. 17-23, например. Не, не хотят? А вот, ребята. Хайли. Все. Чего? Да не хочу я. Беру сюда Арахзара Железноголового. Ну, чтобы уже не рисковать, будем тогда вот так вот делать. Окей, погнали. Хотя Тимати можно было бы оставить на какую-нибудь другую команду. Поехали. Тут уже 70 уровень, да, у нас? Нормуль. Берем провокацию. Стреляем. Так, дебаф повесили, это круто. Так. Бибопчик что-то выпендривается. Тихо. Что сделаем? Давай критовку, наверное. Ой, это не критовка, ребят. Это удар с разбега. Да всем крышка. Железноголовый все-таки самый последний ходит. Вот как ни крути. У него вообще инициатива ниже плинтуса. Вот даже здесь он сходил самый последний. Ладно. Какое место мы с тобой займем? 25-е, да? Блин, один откат всего, друзья. Один. Ё-моё, не хватит нам, да, с вами, наверное, скорее всего. Раз, два, три, четыре. Что-то мне подсказывает, что у нас не хватит с тобой сил попасть в Лигу Сёгунов. Точнее, в Лигу Мастеров две звезды. Но была не была, я рискую. Так, Усаги у нас тут один.
Ну, в принципе, ребята, в принципе, неплохо. Давай-ка, Райка. Есть. Так, этот, конечно, контрит. Теперь паутинку. Слушай, их постепенный урон всех поубивает, если честно. Так должно быть. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихонько. Есть контакт. И если мы сейчас с тобой рук соединение подобьем, он подобьет нас. Кого ты бьешь? Я хотел сюда. О, все, повезло. Господи, я совсем забыл поменять цель. Я говорю про Рокстеди, нажимаю, а он, оказывается, побежал на Сплинтера. Тут, конечно, нам повезло. Так, ну что, ребята, какое место? 12-е? 6-е. Понял? 6-е место. И у нас с тобой последний бой. Последний бой, последний у нас с тобой откат был. И последний у нас с тобой бойцы. Все зависит сейчас именно от этого поединка, ребята. Перейдем мы или сдуемся? Как ты думаешь, я смогу здесь победить, а? Написал? А вот я не знаю пока. До последнего, ребята. Но я думаю, пройдем. Твою же дивизию... А оказывается, мы не прошли без потерь. А вот так вот, ребята, бывает. Вот так вот взял и навредил, напакостил. Хотя он был с постепенным уроном. Ребята, я не знаю, почему у него так мало отнялось здоровье. Он должен был вообще был погибнуть. Ну вот так вот не прошли. Но надеюсь, есть. Есть, хотя бы вот так вот, друзья. Хотя бы таким вот скрипом мы с тобой залетели в Лигу Мастеров. Две звезды, 92-я позиция, как ты видишь. И это круто. Так, что у нас с тобой есть? Так, на испытание. Ребят, наверное, все-таки я не пойду сюда. Ну, нет смысла вот это вот все проходить. Нету. Все персонажи эти у меня есть. Я вот здесь лучше пофармлю. А, так мы еще здесь и не прошли. Ёлки-тыпа, вот. Вот оно что. Ха, ребятушки. Продолжается веселуха. Мы это испытание с тобой не прошли. У нас кончился в тот раз сыр. Так что все нормуль. Так, ну что, мутанты, давай, наверное, я здесь автобой поставлю. Ребята, у них тут 60 уровень. Я думаю, что мои бойцы тут справятся. Прекрасно. Я бы проходил бы то испытание, если бы хотя бы один персонаж был бы, который мне нужен. А там у нас только одни оригиналы и Кейси Джонс. Это все у меня есть. Понимаешь? Мне нужны в данный момент только лишь... Ну как только лишь? Черепашки Космос мне нужны. Некоторые черепашки из Видения мне нужны. Вот. А именно классика и оригиналы, они мне не нужны. Они у меня все собраны. А там именно такие разыгрываются. Так, ну что, я так понимаю, это у нас, ребят, последняя волна. Зачем-то Майки сделал танец. Он здесь вообще не в тему. Начнем с этого. Хыдыч. Да ладно. Усаги, ты не смог пробить Лео? Видение. Странно. Так, ну что, Армагон ракеты. Тихо-тихо-тихо, родные мои. Опа, нахлобучивай, Майки. Красавчик. На. Все, друзья мои, победушка здесь за нами. И мы двигаемся дальше. Так, у нас остается всего лишь два поединка. А, Микеланджело видение. Вот это вот я понимаю, ребят. Так. А здесь у нас Донателло, да? Донателло видение. И тут уже будет босс, Химера. Но я думаю, что мы с ней справимся. Ой, ненавижу. Глаза б мои не видели эти грибы. 70-й уровень не имеют. Нифига себе. И у них такая обалденная инициатива, да, что они начинают ходить первым. Как? Как, объясни мне, даже Майки переплевывают по инициативе. Они ходят, как будто они боссы. Армагон, зачем ты вот так вот сделал, а? Вот объясни мне, пожалуйста, свои вот эти вот действия. Нафиг ты сейчас сделал валуном, бомбанул. Причем там один гриб был, я не знаю, ребят. Чудит он по-черному. Так, вырубаем этого тоже. Но, красавчик Лео. Да, Армагон, конечно, меня сейчас немножко
как тебе сказать, даже удивил, что он бомбанул. А раньше это практиковалось, кстати, очень часто, я помню, да? У нас остается один враг, и обязательно какой-нибудь из наших персонажей начинает тратить супер-имбовый удар. Спрашивается, зачем? Непонятно. Нифига мы тут пробафались, ты прикинь? Смотри, контратака, крит, уклоняшка, нифига себе. Да, я такого, если честно, такого бафа давно не видел, ты посмотри. Усиленная атака, усиленная защита, усиленный крит, контратака. Вообще жестко. Да я думаю, мы это пугало сейчас с тобой просто разорвем в хлам. Он тут даже ничего не сделает. Давай, спускайся там, летает. Поехали. На. Ой, сейчас контратака будет. Смотри. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Так. Ой, тройной удар. Тройной укус, ребята. Все. Химеру мы с тобой победили. Ну что же, переходим на последний эпизод. Ну и будем добывать с тобой ту самую ДНК, которая нам нужна. Так, а это у нас Леонардо Видение. У нас еще с тобой останется 57, да? Или сколько? 47, по-моему, 57. Вот. То есть мы еще с тобой можем капельку пофармить. Так, поехали. 80 уровень, тут уже как бы, ну, такой серьезный противник. И причем 5 волн. Так, ну что, здесь отдубасили. Переходим дальше. Ага. Поехали. Так, в минус. Давай, наверное, вот такого с тобой попробуем заклепать. Вау, с удара. А этого? Тоже с удара. Да вот дудки тебе, парень. На. Опрокинули нечаянно, да? Так, переходим с тобой на третью волну. Но здесь то же самое. Я думаю, что вот так можно сделать. Блин, этот удар, конечно, очень сильный. Так, переходим на четвертую волну. А давай вот так вот сделаем. Мы все равно с тобой ничего не теряем. Единственное, что надо было пробафаться, может быть. Да, я поставлю уклоняшку, потому что там будет химера. Нам нужно туда уже пойти подготовленным. Давай вертушку. И, в принципе, они должны упасть. Да елки-то палки. Падай, говорю тебе. Все. А вот и химера. Давай, вылетай. Небо, она там, понимаешь ли, коптит. Так, начнем. Ай-яй-яй, Усаги не сделал немоту на нее. Плохо. Сейчас начнет крыльями, да? Контратака пойдет? Пойдет. Теперь рубашим. И... Зря-то так. Все, друзья. Ну, согласись, это испытание для вот нашей имбы просто разминка. Просто разминка. Мы себя тут чувствуем, знаешь, как рыба в воде. Все очень классно. Так, ну что, Леонардо, забираем. И вот теперь, друзья мои, я хочу пофармить. Поехали. Ну, блин, ну не это же. Да какая карта? Вот, майки видения, уже другой разговор. Так, следующий, кто у нас там? Блин, 2 доллара. Все, ребята, да? Кончился у меня, к сожалению, сыр. Блин, телепорты так быстро заканчиваются. Вроде недавно только было 250 штук. Уже все, ребят. Уже осталось 110. Ну, в принципе, я считаю, сегодня игра удалась, ребят. Мы пришли в Лигу Мастеров 2 звезды. Тут остается немножечко. И мы с тобой, в принципе, все испытания уже практически прошли. Остается дождаться только лишь вот эксперт Усаги против техники и вот платиновая техника. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.